Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. Мы остановились на 144-й миссии. Поэтому давай приступать. Так, нам не хватает немножечко, да, денег, чтобы прокачать нашего спина, либо же прокачать валуны. Ну-ка. Так, елки-палки, все время забываю про нашу яблоню. О, заорали, заворчали. Тихо, родные. На, подожди, этого мало. Этого было недостаточно. Так, вызываем спина. Кто там бежит? Ёпарасете. Блин. Горело, ребята, я немножко не так рассчитывал. Давай, срочно подбивай этого летуна. Ну, шух. Так, теперь нужно его... Ага, отлично. Так, здесь бросаем. Все, прекрасно. Так, ох, ё. Ребятуля, а вы не оборзели ли случайно? Так, их там много, наверное, будет сегодня. Сегодня главное. Их, по-моему, всегда много, ребят. Не только сегодня. Их всегда здесь много. Так, ну шамана только мне тут еще не хватало. Эй, шаман, ну-ка, свинтил отсюда. Ой, а он там еще и не один. Он там... Так, ну подожди. Ага. Так, спина вызываем. Что у нас тут получается? Три бомжихи каменные. Опять этот с огоньком, ребята, бежит. Заорали, зашуршали. Подожди. Да куда же вы меня... Опа. Типа я не вижу, да? Типа я не вижу, что здесь у нас пройдоха бежит. Так, тихо, вы тут хорошие свои веточки-то разбрасывать мне. Секунду. Подожди, я не могу. Давай, наверное, потушим. И факела, как говорится, немножко их затормозим, потому что, ну, это не дело, ребят. Брахио, выходи быстрее. Так, вы заколебали, а? Они когда-нибудь успокоятся или нет? Они, наверное, только на том свете, ребята, успокоятся. Так, еще и летун летит. Летун летит. Давай, подбивай его. Он еще и с факелом причем, ребят. Секундочку. Сбрасываем. Что-то как-то не очень хорошо получилось. Вот сейчас уже получше. Так, здесь мы справимся, ребят. Здесь справимся, тут все хорошо. Вызываем еще брахио. Вот здесь надо как-то нам разобраться с тобой. Твою же налево, я слышу шум катапульты. Написали, что это последняя волна сейчас будет. Блин, последняя волна, мне что-то как-то... Вот нисколечко это не успокаивает, ребят. Будем честны. Катапульта, вон она. Она появилась. Опа! И она мало того, что появилась, ребята, он уже начинает бомбить, причем... Ты посмотри, причем, как она далеко... Йо! Эй! Ты погоди. А чего у вас так дофигища-то? Нет, я, конечно, все понимаю, но не настолько же вас много должно быть-то здесь. В плане, написали последняя волна, а они все идут. У меня снаряды, ребята, не успевают это... перегрузиться. Ну-ка, давай немножко поможем нашим. Это что за помощь такая? Это что вообще за помощь такая? Я даже ее не почувствовал, если честно, ребят. Еще! Упс, друзья мои, тут что-то вообще фигня полная. А, катапульту мы уничтожили. Нет, не уничтожили, ребята. Не уничтожили, вон она стоит, бомбит. Пуще прежнего, брахио, выходи. Ё-моё, ты посмотри, что тут происходит. Просто полюбуйся. Так, поехали.
Так, они продвигаются, да? Я слышу, что катапульта как бы двинулась дальше. Это говорит о том, что они нас тут очень хорошо уничтожают. Очень просто хорошо. Так, катапульта. Давай-ка я так сделаю. А, лед уничтожает катапульту, оказывается. А я этого не знал. Вот серьезно тебе говорю, я этого не знал. Теперь я буду знать, что метель уничтожает катапульту. И это круто. Но на самом деле уже, ну прям действительно серьезность какая-то идет. Потому что и врагов становится больше. Намного больше. Просто орды врагов. И тяжело с ними справиться. Очень тяжело. Прошли, да? Фух, с горем пополам. Ну что? Так, а вот теперь мы можем с тобой прокачать даже валун. Но больше монет надо. Так, ну что, 166 тысяч у нас с тобой монет. Поэтому я сейчас буду прокачивать. Забираем алмазик. Я буду прокачивать, конечно же, наш ледяной снаряд. Улучшить снаряды. Где наш там морозный шок? Вот он. Прекрасно. Так, итого у нас... Какой уровень-то? 8-й, да, по-моему? Блин, да какой? Да, ребята, 8-й уровень. Получается, нам еще 2 уровня поднять, и будет максималка. Ну что, 145-я миссия. Не знаю, сможем ли мы сегодня пройти игру полностью или нет. Так, давай. Да-да-да-да-да, слышу вас. Прекрасно. А, так это пока... Понятно, это пока у нас в деревянной броне. А нет, есть все-таки одна в каменной. Бежит. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Что за армия такая? Блин, еще этот пройдоха бежит. Бежал. Понятно, они меня хотят, короче, троллить. Они меня, ребята, троллить собираются. Я уже это понял. Блин. Окей. И шаманы, да-да-да-да-да, я так и понял. Я так все это и понял, ребят. Ну, мы, естественно, тоже будем сопротивляться с тобой по полной программе, что я тут буду. Блин, звук катапульты. Звук, друзья мои, катапульты. Вот она появилась. Так, давай, наверное, снаряды с тобой сбросим. Эй! Твою же налево. Вот нету хуже, ребят, того, когда идут вот эти вот бомжихи в каменной броне, а сзади их прикрывает вот эта вот катапульта. Вот серьезно тебе говорю. Хуже, как говорится, уже ну не придумаешь просто-напросто ничего. Особенно, когда еще промахиваешься. Ну. Есть. Так, подожди, а... Что это у нас? Бомжи-то идут. С факелами. Потушить надо эти факелочки, мне кажется, да? И это мало того, чтобы потушить. Надо еще, наверное, ребята, и наказать. Ой, как прекрасно. Как прекрасно мы наказываем. Так, спина здесь один воюет. Пока справляется, слава богу. Там, естественно, ему помогают. Все дела. Так, а вот здесь вот надо уже делать вот так. Так. И, конечно же, вот так. Блин, вот этот с факелом опасный чувак. Сейчас начнет свой факелок этот бросать. Но не успеет, да? Особо сильно тут бабуянить. Последняя волна, пишут.
Это уже приятно, когда пишут последняя волна. Блин, опять этот там брахио, что ли, бомбит так сильно. Аж экран весь зашкаливает. Давай сюда сбросим валунчики. Ой, еще брахио позвал. Блин, сейчас, наверное, тут вообще, ребята, будет невозможно смотреть. Все будет дергаться. Давай вот сюда сбросим валун. Просто невозможно, ребята. Как все дергается. Ну-ка. Прекрасно. О, полетели молотки. Фига там армия молотков. Во-во-во, вообще, ребята, просто вообще шансов нету противостоять. Е! Прекрасно, ребята, прекрасно играем. Прекрасно проходим. И монетки. Так, у нас с тобой 88 тысяч, а нужно 140, да? Чтобы прокачать еще снаряд. Так, брюлик получили. Итого 4 бриллианта. Так, позже. Ну что, 146-я миссия, по идее, должна у нас с тобой быть. И мы незамедлительно приступаем к ней. Найди, куда ударить, чтобы разрушить катапульту. Найди, куда ударить, то есть там еще нужно искать. По-моему, я думал, что надо бомбить, когда он выглядывает. А разве нет? Ну что ты вот идешь, орешь? Да блин, опять катапульта, ребята. Опять начинается с катапульты. Да? Ну да. Так, тихо. Давай сбросим пару снарядов. Вот не нрав... Йо! Ты прикинь? Ты посмотри, что творится. Они тут сразу все вышли. Не по одному, блин. А всей, так сказать, кучей. Ого. И этого сюда воткнули. Пройдоху. Посмотри, что творят. Так, а как мне его? Ну, пройдоху, ладно, сейчас попробуем вот так вот бомбануть здесь. Меня-то больше вот здесь вот как бы пугает. На самом деле тут, по-моему, дело дрянь. Мы же снаряд прокачали. Нет, какой прокачали? Мы не прокачали, ребят. Так. Там шаман. Там шаман. Как-то все это нужно наказывать. Есть. Катапульту уничтожили, ребята. А, дело за малым, хотел сказать. Дело вот за этими бомжихами. Так, тут идет армия трясогузки, как ты видишь. Так, еще катапульта, ребята. Еще один трамп, как ты видишь, выходит. Мы с тобой должны все это, не знаю, наказывать как можно быстрее. Вот эти вот с молотками. Ну это просто трэш какой-то. Да-да, вот эти вот с молоточками. Подожди, они уже, ребят, почти прошли. Ну-ка. Так, давай сюда бросим, наверное, валун. И еще. У-у-у, друзья. Они-то не успокаиваются, понимаешь, в чем дело? Они вообще не успокаиваются. Трындец.
Тут что-то их дофигища, уж больно дофигища, ребят. Опа, валун, спасибо. Спасибо хоть за валун. Так, катапульту снесли. Последняя волна, зашибись. Такие волны насыщенные здесь идут. Просто трэш. Фух. А вот представь, если бы у меня была бы ячейка, да, для еще одного валуна. Как бы мы с тобой тут быстренько и шустренько бы проходили бы. Согласись. Ай. Это же с копьями идут. Обожаю, когда вот так вот все получается. Просто табунами они падают здесь. Видишь, с копьем, из-под тишка. Тыркает и все, и достать до него никак. И не убить его. Так, вот здесь нужно, ребята, разбираться сейчас. Сбрасываем. Всех, как говорится, уничтожаем. Ну, прекрасно. Фух. Надеюсь, это последняя бомжиха каменная бежит. Скорее всего, так оно и есть, ребят. Да. Давай ее обстреливать, как только можем. Валуны вот эти ледяные, они особо сильного урона не наносят им. Но то, что они их замедляют очень сильно, это хорошо. Плюс еще вот этот наш ледяной, так скажем, динозаврик, который замораживает их. Ага, больше монет. Так, друзья мои, 133 тысячи монет. 133 тысячи, это маловато, да? Нам нужно 140. Слушай, ну мы можем уничтожить 200 троглодитов бомбами. Тут вот еще бесплатные монеты есть. Сколько нам нужно для того, чтобы снаряд прокачать? 140. Ладно, мы, наверное, попробуем сейчас 147-ю миссию пройти. Надеюсь, получится у нас. Пока мы с тобой все, как говорится, справляемся. Как ни странно. Справляемся, правда, тратим потихоньку с тобой наши супер скиллы. Ого. Так, ну здесь ясен перец, кто нам нужен сразу. Оу, пройдоха, ты куда собрался? Взорвал, блин, как не вовремя-то. Ну все, сейчас будут одолевать меня, а? Да-да, я именно вот про этих вот чепушил говорю. Ай. Ну и че? Теперь нужно, ребята, ждать. Вы, блин, сейчас сери... Эй! Завязывайте давайте. Фига вы малорики такие. Но вызывали тут целую орду этих шпенделей. Блин, с копьями, ребята. Погнали. Вот так вот им всем. Чтобы было пусто. Не надо свои факелочки здесь. Еще и катапульта ползет. Да-да-да, этот, ребята, характерный звук, но ни с чем не спутаешь, поверь мне. Этот характерный звук ты вот ни с чем не спутаешь. Погнали. Прекрасно. Слушай, прекрасно идем. Блин, вот это вот тут лишнее. Выглядывай давай. На. Минус бомжиха, это хорошо, ребят. Давай, давай, дракончики мои. Дракончики. Динозаврики, ё-моё. Вот сейчас хорошо было.
Катапульта, по-моему, не получает урон, насколько я понимаю, да, когда мы ее кусаем. Я вот не замечал этого, по крайней мере, чтобы мы наносили урон. Это, кстати, большая редкость, когда вот так вот прижимаешь троглодитов возле их базы. Прям вообще большущая редкость. Но когда это получается, это круто. Сразу чувствуешь себя хозяином положения. Ага. Да выпендривались там. Бросаем, бросаем, бросаем. Забрасываем полностью их. Слушай, по-моему, прошли, нет? Ага, прошли. Такой радостный, вон они. То есть мы их тут как-то прижучили. Сразу умудрились мы их поставить на место. И все круто. Так. Слышу, слышу, слышу звон. Звон бомжих. А вот теперь последняя волна, пишут. Единственное, кто нам может помешать, это вот эти вот пройдохи, которые притворяются в костюмчиках. Они могут, да, нас тут выбить, так сказать, из колеи. Катапульта. Да господи, как экран трясется, а? Ребята, экран трясется. Я ничего не понимаю. Жесть, ты посмотри. Ой, как это... Нет, нельзя столько вызывать много этих брахио. Это ужас просто, ребят. Я уже даже хочу, чтобы его подбили как можно быстрее. Но подбили почему-то не брахио. О-о-о, они вырываются, ребята. Они вырываются. Ты прикинь? Так там катапульта за катапультой прет. Ты, вот оно в чем дело-то. Ты слышишь, да, звуки? Вон. Их тут две штуки. Целых. Слушай, по-моему, действительно, тут надо находить место, куда им надо бить. Не каждая точка, ребят, срабатывает. Угу. Две уничтожили катапульты. Давай, 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 давай. Отлично. По-моему, все. Фух. Да, это было... Это было опасно, но мы как-то вот их прижучили здесь, ребята, и не давали им шанса вообще. Так, ну что, больше денег? Ну смотри, 176 тысяч. Этого хватит как раз нам с тобой, чтобы прокачать валун. 22 роки. Нет, ребята, не буду я никакого роки брать. Тем более за гемы, за брюлики. Ребята, а брюлики, ты сам понимаешь, это донат. Ну что, приобретаем. Ну что, друзья мои, получается, нам еще один уровень нужно, но для этого нужно 176 тысяч монет, и будет у нас морозный шок прокачан по полной программе. А тем временем у нас с тобой остается всего лишь 3 миссии. 3 миссии всего лишь, ребят. Возможно, возможно, мы сегодня пройдем игру. Обещать не буду, но попробуем. Там уже, как говорится, зависит много факторов от того, как вообще пойдет дальнейшее развитие. Если сейчас в конце тут пойдут супер-пупер волны, именно мощные, сильные, то не пройдем. А если будет такой щадящий режим, тогда все должно быть хорошо. Я вижу, что очень... Просто очень много, ребята, бомжих идет на меня. Такого количества бомжих я уже давно не помню, если честно. Очень давно, ты посмотри. Просто гряда идет. Плюс еще вот эти вот троглодиты у нас. Как бы пока еще, так скажем, даже в каменной броне. В деревянной броне. Так, видишь, тут уже... Так, секунду.
Ну, естественно, шаманы, которые хиляют. Ну и куда же, ну куда же без этих-то, а? Куда же, ребята, без этих обманщиков, а? Вот теперь надо еще и их ловить. Ко всему прочему. То есть перехватывать. Как ты понимаешь, да? Так, что у нас тут? Яблок целая куча, надо все это забрать. Я что-то не пойму, там... Не, мне показалось. Кто там погибает-то все время? Я не могу понять. Вроде бы все отлично. Все отлично? Да не все, ребят. Снаряды, погнали. Так, мы их как бы тут держим пока, да, на выходе из пещеры. Бомжик вроде бы как разбираем пока, неплохо. Нету вот этой, вон они, пошли. Как я раньше умудрял, извини меня, яблоньку прокачать по полной программе, я не понимаю. У меня сейчас этого вообще не получается, ребят. Опять затряслось, да, все, опять там Брахио бомбит. Ну, ребята, с другой стороны, ну как вот его не призвать, этого Брахио, извини. Кто у нас там есть еще по силе, сравнимый с ним? По-моему, нету таких. Че, я не понял, что случилось? А кто спин? Блин, спину подбили, да? Давай-давай-давай, забираем яблоки. Так, с копьями бегут. С копьями. Сейчас, подожди секунду. Давай так, на опережение бомбить. На опережение вроде получается. Так, тихо. Но еще не писали, что это последняя волна. Поэтому, ребят, естественно, они сейчас... О, яблоньку прокачал. Давай, родные мои динозаврики, не подводите меня. Защищайте свое яйцо от этих злобных, голодных троглодитов. А я вам помогать буду. Что там идет? Так, Трамп появился, да? С этими скопьишками противные. У них очень... Огромный урон, ребята, вот у этих копий. Я вот заметил. Шаман, ты заколебал там уже. Во. Вот тут мы их сейчас хорошо прижучили, ребят. Совсем-совсем другое дело. Так, метель пока... Не надо. Ну... Давай, на опережение. Что значит на опережение? Ребята, я просто знаю, вот когда он появится, где он будет. И бросаю ледяной снаряд. Снаряд всегда летит немножко с опозданием с небольшим. Поэтому рассчитываем приблизительное расстояние, куда должен упасть этот снаряд. И, соответственно, в этом месте уже должен быть противник. То есть как раз пока он прилетит, наша птичка и сбросит, враг уже будет именно в той точке, куда я... направил снарядик свой. Так, а вот теперь написано последняя волна, ребят. Я прокачал по максималке нашу яблоньку. Нашу яблоньку. Так, давай сюда. Снаряд, снаряд, снаряд. Готовь, готовь. Ох, шикарно-то как. Блин, катапульт, а ты отдуплишься сегодня или нет? Не-а. Не хочет. Это пульс сегодня погибать не хочет у нас. Давай еще разок сбросим. Есть. А, ну не то.
Погоди, еще что ли катапульта едет? Или мне показалось? Или это просто заскрипело? Вот. Одновременно и там, и здесь подбили. Фух. Да, друзья мои. Наша победа. Наша победа. И заберем. О. Кстати, ну вот этот вот метеоритный удар, на самом деле, он так себе. Ты видел, да, когда падают камни? Особого урона не наносят. Так, ну что, 149-е, ребята. Это предпоследняя миссия на сегодня. Берем снаряды и в атаку. Готовимся. Я думаю, последние миссии должны быть, ну, самыми такими жесткими, серьезными такими. И вот еще неплохой тебе лайфхак. Если ты хочешь, например, бросить валуны и 100% быть уверенным, что они попадут в нужную цель, ты можешь перед этим заморозить врагов, а уже после этого бросать валуны. Тоже неплохо будет получаться. По крайней мере, ты не будешь промахиваться. А здесь вот как-то не особо хорошо получилось, потому что здесь пройдох, ребята, пробежал. Здесь пробежал пройдох, поэтому его надо отдельно ловить. Оу. Так. Что-то пошло, ребят, не так, как я хотел. Они меня... Твою же налево. Они мне все карты сбили, ребята, именно вот этим вот хлыщом. Давай сбрасывать сюда тогда. Так, ага. Как бы здесь вот с тобой стоим на передовой. Все равно, да, прижучили. Опять вы? Просто пришлось уже, друзья мои, сделать так. Во-во-во-во. То, что нужно. Так, пока мы тут с тобой справляемся. Ой, там еще идет армия. Ах, этот очень быстро бежит. Да блин, и снаряды так долго перезаряжаются. Да что ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? Давай-давай-давай, сбрасывай. Брахио, ты где там у меня? Там уже и Трамп. Еще катапульту сюда давайте сразу же. Че, нет-то? И будет вообще все замечательно. Так, давай-ка, наверное, туда залупим. Сбрасывай, сбрасываем, пока здесь бомбим. Этим наносим урон. Так, целая армада, ребята, с копьями бежит. Попробуем метеоритный удар. Ну вот, вот, об этом я тебе и говорил, что... Что это полная фигня, ребят. Бомжихи там орут. Бомжихи там орут. Я не успеваю их немножко, ребят, тут контрить. Вот в чем проблема. Еще и катапульта едет. Вот это, конечно, большущая неприятность. То, что сейчас катапульта и... Вот эти хламоны с факелами еще. А катапульта уже бомбит по нам, уже достает, то есть, получается, да? Это плохо. Да когда ж отряд-то ваш закончится, эй! Бесконечный какой-то отряд.
Ё-моё. С молотками эти еще чипизрики тут. По-моему, это перебор. Давай, давай, родные мои. Фух. Так, секунду, что у нас тут? Эй! Зачем опять ты этих... Что там там уже... Господи, посмотри, сколько там, ребят, катапульт. И как тут... как? Я не знаю, друзья мои, как мы тут будем сейчас. Смотри, что они вытворяют. Ё-моё, что-то там лопнуло, рухнуло. Они уже, ребята, возле яйца, ты прикинь. Мы с тобой просто, я не знаю, как-то тут вот, на микронах. Сейчас сюда попробуем бомбануть. И вот здесь вот забросить. И это нифига нам не поможет, да? Давай тогда еще так вот сделаем. Я все, ребята, снаряды практически потратил. Все. Да их дофигища тут. Это еще и пройдохи эти пошли. Обманщики эти. Вон он бежит к яйцу, причем напрямую. Так, смотрим, что у нас тут. Твою налево, я думал, блин, конец. Фиг там конец, ё-моё, ну. Ой, еще катапульта, ребята, идет. Две катапульты, они там вообще борзели, что ли, эти катапультчики, а? И сделать я ничего не могу. И сделать я ничего не могу. Уничтожил одну катапульту, ребята. Одну. Хорошо, хотя бы одну. Есть. Хорошее было попадание. Ребята, я все заклинахи, которые у нас были, ну кроме там валуна, потратил. Я боюсь даже представить, что будет на последней 150-й миссии. Не знаю, ребят. Новое достижение, что там? Разведчик Азавр Рекс. Так, ну что, больше монет? А, больше монет мы с собой не получаем, потому что мы все три бонуса, или сколько там, 5 бонусов потратили. Похоже, мы наконец-то в безопасном месте. То есть, а 150 уровень это что? Такой же, как и здесь, бесконечность или что? Ну-ка, давай проверим. Давай посмотрим. Ой. Ты спас яйцо. Смотри, ребят. Это все наши динозаврики, которые у нас есть, бегут. Встали, да, перед этими воротами. Спасибо тебе, что играл в Dino Bash. Да, друзья мои, получается, мы с вами прошли. Прошли игру Dino Bash. Разработчикам скажу отдельно от себя, мне игра понравилась. Дополнение очень крутое, но хотелось бы, ребята, продолжение игры. Я думаю, нашим зрителям тоже бы хотелось бы
продолжение игры. Так что будем надеяться и верить, что все-таки они сделают. Ну, а на этом, друзья мои, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.